Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. По-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей – это как-то не камильфо. Камиль что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже... Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же... Мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект. Ой, к нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем.
Стоп. Это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить, и мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду, я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел... Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истины любви – это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Moriur invictus. Смерть прежде поражения. А, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь? То есть это, конечно, да, конечно, красивое. Это ведь но просто... все-таки мой перстень. Ну да, его надо он будет твой. Вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ну ладно. Хорошо. А, черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло. Да, нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Что? Вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Прости. Очень надо. С меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду.
Мою жену звали Бет. И фотки не осталось. Идем.